Когда ваш дом и дачный участок оформляет команда профессионалов, такие преображения всегда восхищают своей точностью и продуманностью. Но не всем это по карману. Кроме того, только своими руками можно сделать по-настоящему домашнюю и уютную атмосферу. Так семья Штурхалевых всего за 5 лет смогла преобразить свой дачный дом и участок, а старый сарай переделать в летнюю кухню. Хозяйка дома Элеонора Николаевна украсила ее в деревенском стиле. У нас на даче скопилось очень много старых игрушек, которым мы дали вторую жизнь. Вот, например, кукла, которую купили в 70-х годах. Она была куклой начальник. Из нее мы сделали нашу хранительницу очага и назвали ее Агатой. Далее есть у нас коврик, который достался мне от моей бабушки. Ему уже более 80 лет. Еще имеем колесо, которое привезли с хутора Белоруссии и сняли с древней телеги. На такой кухне не просто приятно пить чай. Ее интересно рассматривать, ведь с каждой вещью связана своя история. Старинная посуда, расписные тарелки, расшитая скатерть, нарядные занавески, игрушки. Но особенно богата деталями и антиквариатом соседняя с кухней комнатка, где на почетном месте стоит главный рабочий инструмент. Эта старая машинка досталась мне от бабушки, а также скатерть и ножницы. Швейная машина очень хорошо шьет, несмотря на то, что она старая. На ней я пошила чехол для стула в английском стиле, который выполнен из старого сарафана и москитной сетки. Элеонора Николаевна с удовольствием шьет и занимается рукоделием. Так стул для рояля 19 века украшен подушкой-чехлом в форме пирога. В комнате много старинных вещей, которые достались хозяевам от прабабушки. Например, кошелек и пудреница еще царских времен. Железную вазу, шкаф, консоль и зеркало украсили в популярной сегодня технике декупаж, а люстру сделали из ненужного ржавого подсвечника. Вести задушевные беседы на даче приятнее всего на веранде, которая у Штурхалевых оформлена в морском стиле. Здесь есть самые разные рыбки, лодка, вылепленная из вагонки, бочка, раскрашенная в технике декупаж, и даже спасательный круг из пенопласта. Старые светильники получили вторую жизнь, став фонариками, а плафон, излучающий синий свет, только добавляет веранде морской романтики. Отдельное внимание привлекает действующий колодец и мельница из вагонки, напоминая деревенском стиле. Все камни в основе фундамента взяты из соседнего леса и аккуратно выложены самой хозяйкой. Сад украшен газоном, цветами и кустарниками. На участке только декоративные посадки. На даче хочется наслаждаться природой и расслабляться после городской суеты. Хотя отдых Элеоноре Николаевне только снится, ведь сад и дизайн – процесс постоянный.